Ну, не знаю. Я, наверное, очень счастливый человек, что я попала на этот курс. Так, все, друзья, мы начинаем. Я здесь. У меня столько эмоций и чувств. Я вообще в каком-то шоке, вообще, если честно. Мои дорогие, я так вам благодарна всем. Я хочу передать вам всем тортик. Ух ты, спасибо. Ребята, всем, кто меня видит, всем тортик. Я сейчас вспоминаю этот путь, как я пришла. Меня неожиданно занесло в эту школу. До этого курса, до встречи с вами, со всеми моими коллегами, с которыми я работала, у меня жизнь была перевернута, и не в хорошем смысле. Ну, я никогда не думала, что во мне есть какие-то вот особые способности, да, или какие-то возможности. Но на самом деле, вот что я ожидал от этого обучения, да, я не знаю, чего я ожидал, но я получил намного больше, чем я ожидал вообще, чем я мог в принципе ожидать. Я всегда доверяла своей интуиции. И... Я думаю, интуиция меня не подвела, и ни капли не жалею об этом. Я не ожидала, если честно, такого. Очень скептически была настроена, особенно в начале. За такой короткий период все это сделать, я думаю, это просто нереально. Первоначально я смотрю в общем чате, люди уже обсуждают новый модуль, а я еще старый не сделала. Потом начинаю делать, смотрю я ничего не вижу, у меня паника, думаю, как так? Ну, почему? Когда там есть свободная минута, тут же быстро бежала смотреть в чат, а что там написали, а что там интересного, а что нового. И вот я просыпаюсь, и утро у меня начинается. Обратная связь, я запомню это настолько надолго, мне так будет этого не хватать, вот серьезно. И вообще, я удивляюсь вашей заботе, вот вашему вниманию. Иногда вот надо, чтобы кто-то в тебя поверил прям хорошо, и ты вот, и все получается. Да, все случилось, я бросалась в общий чат, я просила поддержки не только среди нашей девятой группы, и поработала и с разными девочками, там, одна живет под Венецией, другая там еще где-то, то есть я бросалась в разные стороны для того, чтобы... Елена Бузарева мне тоже очень сильно помогла. Она мне прям раскачала, я летала. Вот тогда, благодаря ей, я на самом деле полетела. Постоянно снимаются какие-то слои, и я снова и снова нахожу что-то новое, что было в прошлых каких-то перевоплощениях моей прошлой жизни. Но постоянно мне вот идет вот этот вот рост, эта работа. Помогли раскрыть мне мои возможности и какие-то особые состояния раскрыть. Я заметила, что у меня исчез страх в моей желтой чакре. И это очень здорово. Теперь могу увереннее говорить. Я сейчас стала видеть цвета, они прямо вот льются на меня всякими радужным таким цветом. Я стала чувствовать энергии, вибрации всем телом. И, ну, это... просто не передать. Это такой для меня опыт жизненный, которого я раньше вообще не имела. Я упала в транс, это вообще меня подняло как бы еще на более высокие вибрации. И я попала просто в невероятное свое мироощущение. Я замечаю за собой, что я намного спокойнее стал, много к многому стал относиться проще. Честно, это вот такие знания, которые... очень много открывают в жизни новых возможностей. Хороший профессиональный, качественный фундамент для работы в дальнейшем, для совершенствования, для планирования, да, своей дальнейшей деятельности, кого-то как целителя или гипнолога, или, то есть масса всяких направлений, которые можно как объединять, так и отдельно работать. Я удивляюсь просто, как это можно было вот за это время успеть с каждым, и вообще мы много взяли, конечно, с этого курса. Я благодарю вас. Я уже давно занимаюсь духовными учениями, но гипноз, слиперство — это просто высший пилотаж. У меня на этих курсах просто открылись глаза. Я думаю, как у всех у нас.
самое большое открытие в этой школе это другой взгляд. Это другой взгляд, это я смотрю на жизнь как душа. Будьте, практикуйте, найдите к абсолюту путь. Но в Млечном пути не забудьте найти для всех чего-нибудь. Я так тронута душевно, что слов нет. Для меня это такой серьезный толчок и еще больше вопросов к мирозданию. И я считаю тоже себя везучим человеком, потому что я попала сюда. По сути, вот то, что я искала, я вот на данный момент нашла и удовлетворилась. Спасибо вам за все. Вы просто мне жизнь изменили в лучшую сторону. Очень благодарна. Благодарю, Лена. Благодарю. Благодарна вам, ребята. Спасибо большое. Я посылаю вам любовь. От каждого человека зависит то, как будет развиваться общество, наша планета. Поэтому огромное спасибо вот школе, да, Никиты Бурлакова за то, что она есть, и за то, что она, ну, дает возможность людям проснуться. Да? Я посылаю вам свою любовь, свою благодарность. Просто шикарный опыт. Превзошло все мои ожидания. Огромное вам спасибо. Любовь и благодарность вам всем. А я получил таких людей замечательных, которые вошли в мою жизнь и которые теперь будут со мной. Это волшебно, это неимоверно, это просто невозможно высказать словами. Вот эти люди, которые вот появились в моей жизни, благослови вас, Господи, да, вот за вот этих людей, которые вот появились со мной. Будьте счастливы. Мы никогда не расстанемся, надеюсь.